с людей, как я отвожу глаза. Как читаю сны всех заснеженных путей, чтобы после написать. Сквозь все пробелы эта жизнь должна быть чистой, но пора бы, я не верю пацифистам. И Алексей Александров. Растерзал от меня все.
Спасибо, шарик в темноте. Спасибо большое всем, кто сегодня здесь. На входе каждому из вас выдали маленький пакетик. В нем не то, что вы подумали, а печенье. Мы с Ольгой 5 дней на вот эти денежденные концерты пекли печенье и плакали. Вот этими руками. Сирука ни колы не крала. Вот Ольга пекла, я пекла, девочки нам помогали вчера. Мы не спали, мы все это делали. На каждой печенюшке написана буква. Дело в том, что все эти буквы складываются в один большой текст. Мы как маньяки, вот которые, чтобы никто не догадался, какой у нас почерк, только не из журнала вырезали, а из печенья делали и выкладывали. И съедая это печенье, вы как бы приобщаетесь к этому посланию. Написано на пакетике, в котором печенье лежит. Я понимаю, что это выглядит безумно. Я прекрасно понимаю, как это выглядит. Транспортиром, чтобы ровно сделать квадратное печенье, тоже безумно. Но я же сделала 600 печенюшек как-то таким образом за 5 дней. Вот, все, что я хотела, могла сказать за эти 10 лет, мне кажется, я вместила в этот маленький текст. И сказать мне пока нечего, может быть, позже еще появится. Но на этом мы с вами прощаемся. 23 декабря я играю в лофте на Преображенской. Свой квартирник в честь дня рождения будет Олеся, будет Рома, то есть будет не совсем акустика. Будут песни, которые вы попросите, видимо. Вот, если что, приходите, просите песни заранее. Будет, нет, весело не будет, будет, как всегда, хорошо просто. Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы такие прекрасные. Мир вам всем. Будьте счастливы. Это была группа «Немного нервных».